Конкретные цифры финансовой помощи сегодня озвучил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев провел первое в наступившем году планерное совещание. В этом году, коллеги, муниципалитетам мы выделим денег еще больше, чем в прошлом. В бюджете предусмотрено денег 19 миллиардов рублей на субсидии муниципалитетам. А в прошлом году было 18 миллиардов. А если с учетом еще сессию, когда пройдет и будет перераспределение, то на 2,4 еще миллиарда, правильно, Игорь Петрович? Эта сумма увеличится. В целом, на ближайшей сессии мы увеличиваем расходы краевого бюджета на 16 миллиардов рублей. И, конечно, большая часть этих средств, как традиционно у нас проходит, будет направлена на решение социальных вопросов жителей края. И это, коллеги, я считаю правильно, потому что сегодня это стратегическая задача, чтобы народ ощущал о том, что власть работает. Мне важно, чтобы вот это ощущение люди на себе испытывали в районах, в селах, станицах, хуторах, поселках, вот этот рост, который у меня в цифрах. Основную часть денег направят на реконструкцию дорог, газификацию поселений, строительство школ и детских садов, а также на ремонты домов культуры по всему региону.